Коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, как слышно? Время уже 12 часов. Я предлагаю проверить звук. И если все хорошо, то еще через 2 минутки буквально мы начнем. Подождем тех, кто задерживается, и начнем. Если слышно, поставьте плюс в чат. Вижу, уже Михаил написал. Это хорошо. Вижу в чате, что есть некоторые проблемы у наших участников. Система использует WebRTC, поэтому нужно использовать браузеры Chrome, Opera. На них никаких проблем быть не должно. При входе на наш сайт, на сайт, в котором мы проводим вебинары, у вас появляется всплывающее окно, на котором надо разрешить сайту использовать аудиовыход. И никаких проблем со звуком быть не должно. Ну, знаете, вот Firefox попробуйте все-таки заменить на Chrome. Может быть, Яндекс.Браузер, если есть. У нас Firefox, лично у нас тоже были проблемы. Может быть, их и можно решить, но сейчас проще всего поменять другой браузер. Включить. Ну, пока мы еще не начали, значит, представлюсь, меня зовут Дмитрий Балашов, я заместитель технического директора компании IT-Matica. Со мной рядом Максим Васюхин. Коллеги, добрый день. Да, он у нас отвечает за продукцию VAIP. Сегодня мы, в частности, поговорим о продуктах Gigaset. Вот он менеджер по продуктам линейки Gigaset Pro. Он мне будет активно помогать в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Я включил запись вебинара. Если у кого-то проблемы не удастся побороть или не будет времени дослушать нас до конца, то запись можно будет позже посмотреть на нашем канале в YouTube или Facebook. Вебинар наш сегодня будет состоять, хоть он и технический, но он состоит все-таки из двух частей. Одна, она немного о компании Gigaset, немного о продуктах, а вторая уже техническая об использовании и построении микросотовых DECT-систем. Ну, я думаю, что все, кто хотел, уже пришли, поэтому предлагаю начать. И начать с того, что рассказать о компании, о бренде Gigaset, как он развивался. Перед вами сейчас шкала, на которой вы видите, что изначально из компании Siemens было создано подразделение Gigaset, называлось долгое время Siemens Gigaset, которое выпускало продукцию именно под данным брендом. Затем это подразделение стало больше обосабливаться. Больше акцент сделали именно на лейбле Gigaset. И со временем, с 2011 года, Gigaset уже полностью независимый бренд, в котором выпускается линейка продукции. Вот это немецкая компания, как вы многие знаете. Расположена она в городе Бохольд. И вся продукция, производство, сама фабрика, она также находится в Германии. Система сборки очень сильно автоматизирована, человеческий фактор, он очень низок. Буквально вся работа человека сводится к тому, что идет на выходе контроль качества продукции, контроль комплектации, проверка работоспособности, а большая часть по производству делается с помощью автоматики на немецком заводе. И это как особый, скажем так, признак качества, компания Gigaset подчеркивает, что их продукция сделана в Германии, и это особый предмет гордости для них. Да, действительно так. Лично проверял на всех трубках линейки Pro. Действительно стоит Made in Germany значок. То есть это действительно качество. Как показывает практика, процент брака там сводится чуть ли не к нулю, он минимальный, скажем так. Опять же, мы говорим про линейку Pro. Это, Дмитрий по вебинару дальше расскажет. Вот он как раз на слайде у нас появилось. Именно линейкой Pro, именно микросотовыми системами и протрубками мы непосредственно занимаемся. И именно по этой линейке у нас эксклюзивное дистрибьюторство по компании Gigaset. Да, вот сейчас на слайде представлен весь модельный ряд
Gigaset Pro, в который входит IP-ADS, настольные телефоны, в том числе и с экранами цветными, высокого качества, есть и видеотелефоны. Но нас сейчас интересует линейка беспроводных устройств, которые используют технологию DECT. В эту линейку входит DECT база N110 IP Pro, в эту линейку входит DECT менеджер N720 и базовая станция N720. Трубки Gigaset Pro, они универсальные, работают по DECT, могут работать как с базовой станцией N510, это станция так называемая single cell, когда только одна ячейка строится. И также трубки Gigaset, их представлено 4. Это трубки, скажем так, наиболее простые, трубки защищенные и трубки для водителей и управленцев. Вот все эти трубки по DECT могут работать и с системой микросотовой связи серии N720. Вот и в следующих слайдах я переключаюсь, как раз хочу подробнее рассказать о трубках. Трубка Gigaset S810H Pro – это, скажем так, базовый вариант трубки, наиболее дешевый, наиболее доступный потребителю. Экран трубки 1,8 дюйма. Если вы уже имеете опыт общения с трубками Yalink W52P, то размер экрана такой же. Но трубка Gigaset имеет, в отличие от Yalink, поддержку Bluetooth. С помощью Bluetooth можно либо обмениваться файлами с компьютером или смартфоном, либо можно по Bluetooth к этой трубке подключить беспроводную гарнитуру. Данная трубка поддерживает локальную книгу на 500 абонентов. Книга хранится в формате V-Card, то есть вы можете ее либо импортировать из Outlook и в эту телефонную трубку выгрузить, либо наоборот сделать какой-то архив и с этой трубки передать телефонную книгу, например, в смартфон, ну или в ноутбук для хранения этих созданных контактов. Трубка имеет качество звука HD, причем HD как по обычному динамику, так и в режиме громкой связи. Высокочастотные динамики там в этой трубке используются. В трубке есть разъем для подключения гарнитуры мини-джек, то есть 2,5 мм. И она обеспечивает среднее время работы от аккумулятора. Порядка 13 часов в разговоре и 180 часов в режиме ожидания. Максим, скажи, пожалуйста, по производству. Какие особенности этой трубки? Будет ли какая-то замена? Да, как говорит Gigaset, со следующего года эта трубка будет снята с производства, скорее всего. Точной информации у нас еще нет, но ожидаем снятия с производства. Еще хотел бы отметить, что опытные пользователи, опытные реселлеры Gigaset, наверное, заметили, что эта трубка раньше была немножко другой линейки, линейка консюмерская, так называемая. Но в этом году она была приведена в разряд Pro. Там было доработано ПО в этой трубке. И, собственно, сейчас эту трубку можно полноценно использовать с системами N720, с системами N510. Она поддерживает полностью весь функционал. И вот еще раз повторюсь, эта трубка на данный момент самая дешевая из линейки Pro. Что хочу сразу отметить, друзья, со станциями, с системой N720 и Gigaset, и мы настоятельно рекомендуем использовать именно трубки из линейки Pro. Потому что все-таки консюмерская линейка это немножко другое, и у вас может не поддерживаться весь функционал, заложенный именно в N720. И вот еще раз мы рекомендуем использовать именно прошлые трубки, потому что только тогда вы сможете насладиться полностью функционалом этой системы, всеми заявленными характеристиками, и у вас будет минимальное количество вопросов технических, там, других от ваших партнеров, от заказчиков, кому вы это ставите, кто это использует. Один из ярких примеров, подтверждающих слова Максима, заключается в том, что система N720 при выходе обновлений, она централизована, автоматически эти обновления скачивает и устанавливает. И консюмерские трубки после этого обновления какое-то время могут не работать до тех пор, пока в обновлении не будет выполнен ряд изменений, ряд доработок. И даже вот на таком уровне, получается, у вас возникают проблемы с использованием данных трубок.
Следующая трубка это Gigaset SL610H Pro. Это трубка, которая позиционируется как трубка для руководящих кадров, для управленцев. Экран у нее такого же размера, как у предыдущей модели, 1,8 дюйма. Также есть локальная книга на 500 записей, но кроме локальной книги поддерживается работа с удаленными книгами по протоколам LDAP и с удаленной книгой, хранящейся где-то в локальной сети компании в формате XML. Также в этой трубке звук качества HD, как при обычном разговоре, так и по громкой связи. Есть поддержка Bluetooth, также для передачи файлов и для работы с гарнитурой. И в отличие от предыдущей модели, у трубки SL610 есть виброоповещение о вызове. Есть также разъем 2,5 мм джек и чуть более сбалансированное ПО под работу от аккумулятора. Больше работает в режиме разговора, порядка 15 часов, и больше находится в режиме ожидания, порядка 230 часов. Да, друзья, только хочу сказать, что эта трубка точно снята с производства уже, и фактически у нас на складе сейчас доступно не очень большое количество этой модели, но она еще есть, и поэтому мы про нее рассказываем. В дальнейшем она будет заменена на другую трубку, которая сейчас перед вами, и Дима расскажет про ее основные характеристики. Я знаю, Дима ее уже потрогал. Она у нас была на тестировании, может поделиться своими впечатлениями в том числе. Да, модель называется Gigaset SL750H. У нее больше размер экрана, 2,4 дюйма. Она имеет, в отличие от предшественницы, такую возможность, как работа с электронной почтой. Есть уведомление о том, что вам приходит письмо. При этом письмо вы можете открыть и прочесть. Ответить с трубки невозможно, но познакомиться с содержимым можно. У этой трубки, в отличие от предыдущей, которая уже снята с производства, есть на корпусе разъем microUSB. По этому разъему можно осуществить заряд трубки. Сейчас многие современные смартфоны имеют такой же разъем. И очень удобно, если трубка, видно, что аккумулятор уже почти разряжен, практически в любом месте можно подзарядить и продолжить с этой трубкой работу. Еще я лично хочу отметить те материалы, из которых она выполнена. Трубка по своей форме очень удобно лежит в руке. Материалы на ощупь не скользкие, как бы она не норовит выскользнуть из руки, выпасть. Выполнено нанесение как на клавиатуру, так и на корпус, и даже на экран нанесение специального материала, который защищает эту трубку от царапин и от воздействия чистящих средств. Естественно, уборщица будет наводить марафет в кабинете у руководителя, то никакого вреда случайно трубке она не нанесет. Ну, действительно, очень приятный в работе аппарат, шустрый, хорошо видно информацию на экране, благодаря тому, что он стал больше. Да, эта трубка, собственно, позиционируется для руководящего состава уже. Ну, соответственно, ценник у нее соответствующий. Это одна из самых дорогих трубок, наверное, в линейке Gigaset Pro. Но могу вас заверить, она того стоит и по функционалу, и по качеству. Ну, а я еще хочу добавить, что нынешний курс доллара тоже дает ей определенные преимущества по цене. И есть отдельно стоящая, так сказать, трубка Gigaset R650H. Ее основная особенность в том, что эта трубка имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP65. Эта трубка предназначена для работы в складских, охранных, каких-то запыленных помещениях. Там, где вы знаете, что будет не очень аккуратно, возможно, эксплуатироваться. Ее корпус этой трубки выполнен из прорезиненного пластика с защитой от удара. Ну, удар, тут надо понимать, что это, грубо говоря, трубка может быть смахнута со стола или выпасть из кармана. Мы, конечно же, взяли на тестирование, покидали тут ее всем техническим отделом. Ну так, бережно, без... Ковровое покрытие. Да, без фанатизма. И трубка действительно работает, никаких проблем не возникло, экран в порядке, со звуком тоже никаких проблем. Еще есть очень хорошая особенность у данной трубки, встроенный LED-фонарик. Наши кладовщики, например, эту особенность очень оценили.
удобно где-то подсветить, подлечь, чтобы разобрать текст или какую-то информацию прочесть. Эта трубка имеет меньшую адресную книгу по сравнению с теми, что я уже говорил ранее. Экран 1,8 дюйма. Есть, конечно же, разъем для подключения гарнитуры. Звук тоже HD качества, очень хорошего качества. Максимальный уровень громкости высокий. Слышно хорошо, как раз вот для помещений, где это запыленность, там же свойственная зашумленность, поэтому со звуком никаких проблем быть не должно. Ну и аккумулятор довольно хорошие показатели автономной работы имеет. 14 часов в разговоре и до 300 часов в режиме ожидания. Вроде бы с производства не снимают. Не, она доступна. Еще раз отмечу, все, о чем мы сейчас рассказываем, есть у нас на складе. Это уже можно заказывать и покупать. Хотел добавить, даже не так, не добавить, а сделать акцент на том, что про гарнитуру все трубки имеют разъем 2,5 мм. Да, правильно. Ну, нестандартный, что у Ялинка, у W52P и что у этих трубок разъем 2,5 метра, это стоит учитывать и в этом стоит развивать. Да, спасибо, Максим. И вот на этом слайде я собрал сравнительную таблицу всех четырех трубок GigaSet, про которые мы с вами проговорили. И в эту таблицу я добавил еще трубки Ялинк W52H и новую трубку Ялинк W56H. Вы можете видеть в первой строке, что размер дисплея 1,8 дюйма на, скажем так, старых моделях трубок GigaSet, он полностью совпадает с размером дисплея трубки W52H от Ялинк. Ну а новые же трубки SL750H от GigaSet имеет такой же размер экрана, как и новая трубка Ялинк W56H. Что касается работы с записными книгами, то все трубки GigaSet примерно равны с трубками Ялинк и поддерживают как локальную книгу, так и работу с удаленными книгами XML и работу по OLDAP. Единственное отличие заключается в том, что не все трубки GigaSet, а только трубки премиальные линейки SL для руководства, они могут в режиме реального времени осуществлять поиск по этим удаленным записным книгам. То есть, когда вы берете в руки трубку и набираете по памяти либо первые цифры номера, либо первые буквы имени, то в этот момент вот трубки линейки SL и обе трубки Ялинк, они умеют передать эту информацию в удаленной книге, найти подходящие варианты и вывести эти варианты вам на экран, как при наборе номера, так и при поступлении входящего вызова. То есть трубка при входящем вызове получает caller ID, и поэтому caller ID ищет имя, фамилию того человека, кто должен быть в записной книге храниться. Трубки же защищенные, вот защищенная трубка от GigaSet и трубка дешевая 810, данной возможности не имеют. Как отметил Максим, все трубки GigaSet и трубка 52P от Ялинк имеют разъем 2,5 мм джек. В этом плане новая трубка Ялинк W56H, она гораздо удобнее в связи с тем, что разъем там стандартный, 3,5 мм, как на большинстве современных смартфонов. То есть можно взять привычную гарнитуру и в телефон Ялинк W56 подключить. Ну а у трубок GigaSet у всех, кроме защищенной трубки, есть такое преимущество, как поддержка Bluetooth. То есть, если вы хотите использовать беспроводную гарнитуру и не мучиться, и не возиться с проводами, то можно будет ее подключить по Bluetooth. Высокое качество звука формата HD присуще всем трубкам GigaSet и всем трубкам Ялинк. Но у некоторых трубок GigaSet есть такое преимущество, как виброоповещение. Собственно, только у самой дешевой трубки S810 виброоповещения нет. В трубок Ялинк также нет виброоповещения. Из особенностей, которые как-то нельзя классифицировать отдельно, я вынес для трубки новой SL750H от GigaSet. Это порт microUSB, который позволяет заряжать трубку. И поддержка чтения email, что очень удобно, пожалуй, на трубке. У защищенной трубки GigaSet R650H, конечно же, защита от IP65, конечно же, LED-фонарик, и эта трубка также умеет читать email. У Ялинка же хорошая особенность – это
порт USB, который реализован в трубке W56H. Точнее, даже не в трубке, а в зарядном стакане. То есть этот стакан может быть подключен, не обязательно искать розетку, а может быть подключен стандартный USB-порт компьютера, что зачастую тоже может быть удобно. Ну и еще одно преимущество трубки Ялинка 56H, о котором я хотел бы сказать, хоть и в самом конце, это очень большое время автономной работы. В режиме разговора трубка живет до 30 часов, в режиме ожидания до 400 часов. То есть ее жизненный цикл вам гарантирует вообще беспроблемную работу в течение там, пары дней, что как бы выгодно в некоторых сложных ситуациях. Сразу вспомнил Nokia 3310, которая жила неделями. И теперь я хотел бы перейти к базовым станциям. Первая станция это Gigaset N510IP, так называемая Single Cell, то есть одну ячейку DECT можно с помощью этой базовой станции построить. Вы можете видеть, что корпус очень сильно похож, этой станции Gigaset очень сильно похож на корпус Ялинк W52, за тем исключением, что корпус белого цвета. И в общем-то практически все возможности базовой станции N510 совпадают с базовой станцией Ялинк W52P. Но есть и отличия. Они на слайде выделены жирным. Отличие это то, что к базовой станции Gigaset можно подключить до 6 телефонных трубок. У Ялинка их только 5. Но одновременно разговоры одинаковые. Как на Gigaset, так и на Ялинке только 4 одновременных разговора можно совершить. И еще одно важное отличие, то, что базовая станция Gigaset поддерживает уведомления и возможность чтения email-сообщений. Такой возможности у Ялинк нет. Ну и последнее, что является отличием, но не знаю, хорошее оно или плохое, это то, что локальная книга у Ялинк реализована в виде XML-файла или CSV-файла, который мы в Excel можем составить. А локальная книга в базовой станции Gigaset – это книга в формате V-Card. Такой формат вы можете получить, либо выгрузив телефонную книгу со смартфона, либо, например, выгрузив контакты из Outlook. Кому как удобно, тут, наверное, дело вкуса. Максим, у тебя есть что-то добавить? Да, я хотел сказать, что хоть эти два продукта, я имею в виду Gigaset и Ялинк, наш 52-56, очень похожи друг с другом, но все-таки у них есть такие, на мой взгляд, важные отличия, которые позволят подобрать продукт непосредственно по требованию заказчика. Ну вот, например, наша базовая станция Ялинк сможет работать с защищенными трубками. Именно об этом я и говорю. То есть, трубки Gigaset нельзя подключить в базе Ялинк. Не все будет работать или будет работать совсем ничего. Там разные диапазоны синхронизации, и большинство трубок Gigaset они даже не видят базовую станцию Ялинк. Да, именно по этой причине этот продукт появился в нашем портфолио. Я думаю, он сможет закрыть все потребности заказчиков. Ну а нам, собственно, и нашим партнерам, и нам все это представить и, собственно, на этом делать бизнес. В принципе, все по этой станции. Я вот вижу сообщение в чате, Алексей спрашивает про 750-е трубки, доступны ли они на складе. И вот наш маркетолог Илья Иванов, он как раз дает ссылку в чат, обратите внимание, что буквально вчера открыли карточку товара у нас на сайте, посвященную трубке 750H. Она уже доступна в продаже. Да, еще раз повторюсь, все, о чем мы сейчас рассказываем, все доступно на нашем складе. Все уже можно заказать. Gigaset, базовая станция N510, по аналогии с Ялинк W52P, имеет возможность, кроме трубок, в количестве 6 штук работать и с репитерами. Вот. Подключение репитера никак не влияет на количество трубок. Может быть, к базовой станции подключено, как я сказал уже, до 6 трубок и до 6 репитеров. Все они одновременно будут работать. Как и в случае с Ялинк, репитер расширяет диапазон действия базовой станции, и трубка, которая работает в этом диапазоне, может перемещаться, то есть абонент может ходить между
зонами действия базовой станции и репитера, или, например, двух репитеров. Разговор будет непрерывен. Это реализовано благодаря поддержке функции handover, но через репитер можно сделать только два одновременных вызова. Через базовую станцию 4, а через репитер только 2. Да, вот те, кто будут искать репитер у нас на сайте, не переживайте, его действительно нет. Нет сейчас у нас на сайте. В ближайшее время он появится, вот репитер сейчас на складе нашем недоступен, но вы спрашиваете, если будут запросы, обязательно пишите. В принципе, если у вас будут любые запросы, связанные с IP-телефонией, с VIP-ом, вы в любом случае напишите, я думаю, что-то подберем, что-то наделаем. Но репитер появится у нас совсем скоро. Ну и переходим мы к системе Gigaset N720 Pro. Это система микросотовой DECT-связи. Система состоит из нескольких компонентов. Прежде всего хочу сказать, что эта система работает на основе протокола SIP и может быть совместима как с имеющейся офисной АТС, так и с имеющейся облачной АТС, если компания выбрала для себя именно такую структуру телефонии. Для работы системы потребуется локальная сеть. В составе системы по большому счету два компонента. Первый компонент — это DECT Manager. DECT Manager управляет остальными компонентами. Второй компонент — это базовая станция. Называется она N720IP. Вот базовых станций в системе может быть от 1 до 30 штук. И всеми ими управляет один DECT Manager. То есть один DECT Manager, он всегда один, а вот базовых станций может быть много. Все компоненты, как DECT Manager, так и базовая станция, как я уже сказал, еще раз повторю, подключаются кабелем Ethernet. То есть кабелем категории 5, например, тут не особо важно. Чем больше категория, тем лучше, меньше помех, но они подключаются к кабелям. И после подключения в DECT Manager вы видите появление в сети базовых станций, видите появление трубок. Но вот дальше уже базовые станции, они между собой взаимодействуют по DECT, создавая радиус беспроводной связи, создавая покрытие помещений. Управляется эта система, как я сказал уже, через DECT Manager, у которого есть веб-интерфейс. То есть вы с компьютера в браузере набираете IP-адрес DECT Manager, попадаете в его веб-интерфейс и начинаете управлять настройками. Как видно из схемы, сеть офисной телефонии состоит из АТС, которая раздает внутренние короткие номера имеющимся настольным телефонам, ну, например, телефоном Ялинк, в том числе и беспроводным телефоном Ялинк, если таковые уже есть. И также по такому же принципу эти короткие внутренние номера АТС раздаст DECT Manager, а уже DECT Manager эти внутренние номера распределит между трубками Gigaset, которые через базы будут зарегистрированы в системе и работать у вас в офисе. К одному DECT Manager на данный момент можно подключить до 100 трубок. Если нужно больше, то вот вся информация, насколько я знаю, есть у Максима. Да, я немножко скажу про будущее. Gigaset нам обещал в следующем году расширение линейки, либо расширение возможностей 720-й станции. Нам обещают чуть ли не до 1000 пользователей. В общем, мы ждем. По своему опыту могу сказать, что действительно похожие запросы были на больше 100 трубок. И очень ждем, очень надеемся, что в следующем году Gigaset свои планы реализует. Дима, скажи, пожалуйста, важный вопрос. Для построения этой микросоты можно ли использовать существующую LAN-сеть предприятия или нужно все-таки строить новую сеть? Да, конечно, можно. Мы об этом поговорим. Тут никаких дополнительных сетей не требуется. Можно прям существующую сеть подключить. Единственное, нужно понимать, что DECT Manager запросит в сети IP-адрес, и каждая базовая станция запросит в сети IP-адрес. В сети обычно доступно 255 адресов. И нужно, чтобы было свободных адресов в таком количестве, сколько DECT базовых станций вы планируете закупить. Вот, пожалуй, и все. Да, это, мне кажется, отличным преимуществом, потому что некоторые похожие системы все-таки требуют прокладки своей собственной LAN-сети.
Да, согласен. Ну, вот мы как раз следующим слайдом приступаем к более подробному рассмотрению, как строится микросотовая сеть. И на этом я хочу сказать спасибо Максиму за его помощь. Дальше пойдет больше техническая часть. Вас призываю остаться послушать, будет не менее интересно. Но вот Максима больше не хочу задерживать. Спасибо. Да, да, Дмитрий, спасибо. Друзья, в любом случае вопросы задавайте. Я думаю, наши почты, наши адреса все известны, они в любом случае не останутся без ответа. На сей, с вами прощаюсь. Дима, еще раз спасибо. Ну, прежде чем мы перейдем к технической части, не пугайтесь, она будет не особо суровой, хочу сказать пару слов о том, что такое DECT. DECT – это стандарт, который был разработан для беспроводной передачи данных и, в первую очередь, для беспроводной телефонии, чтобы можно было телефонизировать помещение для свободного перемещения пользователей. И этот стандарт, он рассчитан как раз именно на помещение, не на открытые площади. Его рабочий диапазон – это примерно 30-50 метров. Конечно, если помещение будет большое, без перегородок и будет прямая видимость, то, безусловно, можно получить и большее расстояние, это до 300 метров. Но любые препятствия, которые будут встречены сигналом, они будут его искажать и искажать довольно серьезно. Я привел таблицу, которая показывает, насколько сигнал понизится, насколько будут потери в качестве при встрече с разными покрытиями. Вот справа у нас это понижение покрытия, то есть потери, а слева у нас материал. Вот, например, необработанное дерево и стекло вносят 10% потерь. А обработанное дерево, то есть какая-нибудь стенка или там, шкаф из ДСП, он уже на четверть снизит уровень качества сигнала. Та штукатуренная стенка снижает сигнал порядка от 30 до 40%. Кирпичная кладка может сигнал понизить на 44%. Причем, чем толще кладка, тем хуже будет качество сигнала, хуже будет проходимость этих вот беспроводных волн. Газобетонная стена вносит помехи порядка 80%, а стена из армированного стекла до 85%, ну и железобетонная стена тоже довольно сильно влияет, чуть ли не 90%. Вот, и поэтому в любом помещении, в котором вы планируете организовать беспроводную связь, построенную на микросотовой сети с использованием технологии DECT, мы рекомендуем обязательно измерять сигнал перед тем, как оценивать, какое количество базовых станций и трубок вы будете заказчику продавать и инсталлировать. Есть важные критерии, которые надо понимать при построении беспроводной сети. Соответственно, любые проекты, любые продажи, они должны быть сначала хорошо оценены. Вот один из критериев, например, это наличие диапазонов синхронизации. Когда вы размещаете по площади помещения базовые станции, у каждой станции есть свой радиус действия с учетом тех препятствий, о которых мы с вами уже говорили. Этот радиус должен иметь обязательную зону перекрытия. Эта зона должна иметь длину 5-10 метров. И диапазон синхронизации, то есть диапазон уровень сигнала, который будет в этой зоне перекрытия, он должен в идеале составлять минус 65 dBm. Благодаря вот этому диапазону перекрытия происходит, во-первых, синхронизация между одной базовой станцией и другой базовой станцией, а во-вторых, происходит возможность работы функции handover, когда абонент одной базовой станции, перемещаясь по зданию, переходит в зону действия другой базовой станции, и вот эти 5-10 метров зоны перекрытия, они позволят как раз переключиться вызову с одной станции на другую. И надо сказать, что программное обеспечение в трубках, оно как оптимизировано для наиболее быстрого переключения с тем учетом, что абонент может идти быстро. Может довольно быстро эти 5-10 метров преодолеть. Синхронизация между базовыми станциями микросотовой сети, как я уже сказал, выполняется по DECT-технологии. То есть сами базовые станции подключаются кабелем, и таким образом информация о них попадает в DECT-менеджер. Но покрытие площади здания и
синхронизация сигнала с передачей абонента от одной станции к другой, она происходит под R. Поэтому тут важен принцип, как, вот, как круги на воде. То есть от центра синхронизация должна распространяться к краям помещения. И вот первый пример, когда выстраивается цепочка от 1 до 5, то есть когда вы базовые станции выстраиваете в линию, она не очень правильная. По-хорошему надо организовывать круги, когда центральная станция находится в середине, и дальше уровни синхронизации, они кругами от нее расходятся. Обязательно в центре того помещения, которое вы планируете покрыть беспроводной связью, должна находиться базовая станция. Все базовые станции работают по принципу клиент-сервер. Соответственно, одна из этих станций, любая, вы можете взять ее, расположить в центре, будет являться сервером, а все остальные станции, которые будут кругами как бы от нее расходиться и покрывать помещение сигналом, они будут выступать клиентами. Вот таких вот уровней синхронизации максимально в системе Gigaset 720 может быть 10. Перед вами пример, где используются 6 базовых станций, и они покрывают вот какую-то площадь. Надо понимать, что количество абонентов может разниться в разных точках помещения, и поэтому нужно у заказчика заранее понимать, сколько всего будет трубок в помещении и сколько трубок может находиться одновременно в одном месте. Потому что через одну базовую станцию может быть осуществлено до 8 одновременных вызовов в стандартном кодеке, например, G711, если мы говорим о кодеке высокого качества, то есть голос в формате HD с использованием 722 кодека, то на одну базовую станцию приходится всего 4 одновременных вызова. И в таком случае попытка еще одного абонента, ну, например, 9-го абонента в данном примере, в крайней правой базовой станции совершить вызов, она приведет к тому, что он получит сигнал отбоя. То есть на эту базовую станцию превышен лимит. Уже 8 человек разговаривает. Но, как вы видите на этом примере, между всеми базовыми станциями есть диапазон синхронизации. И этот пример можно считать эталонным, потому что на каждую базовую станцию желательно как минимум иметь 2 диапазона синхронизации. Если их будет больше, это лучше. Это позволит большему количеству вызовов в определенной площади быть совершенными. То есть, если 9-й абонент нашего примера в крайней правой точке захочет совершить вызов, и он будет находиться в диапазоне синхронизации между двумя соседними базовыми станциями, то система Gigaset, она понимает, что одна из ячеек перегружена, в то время как другая не загружена. И вот этот вот дополнительный вызов в диапазоне, который между двумя базовыми станциями, он отправится через ту базовую станцию, которая сейчас не загружена, которая сейчас, можно сказать, простая. Соответственно, это реализовано благодаря логике DECK-менеджера, и эта возможность реализована благодаря программному обеспечению, его логике, которая реализована в трубке. Если же вы при общении с клиентом или при личном анализе того, как у клиента происходит загруженность конкретных помещений, видите, что в одном месте гораздо больше 8 вызовов совершается, и даже эти диапазоны перекрытия не помогут, то никакого другого выхода нет, как ставить в одном помещении рядом друг с другом 2 базовых станции. Они позволят совершать, соответственно, из этого помещения до 16 одновременных вызовов. Но тут единственное, что я хочу отметить, что базовые станции не должны располагаться вплотную друг к другу, а расстояние между ними должно быть хотя бы 1 метр. Иначе сигналы от этих станций будут друг другу выдавать помехи, что плохо скажется на площади покрытия. Иногда так делают специально, иногда в силу каких-то препятствий, перегородок. В одном помещении нельзя сделать непрерывное покрытие на протяжении всей площади. В таком случае DECK-менеджер образует кластеры. Может быть, это просто 2 здания, находящиеся рядом, и DECK-менеджер где-то между ними как-то расположен. Но, тем не менее, такое бывает.
на Deck Manager можно создать до 10 кластеров, которые друг с другом не пересекаются. И оппонент, находящийся в кластере 1, при попадании в кластер 2, при переходе, например, в другое помещение, он тоже может совершать вызовы. Это сделано благодаря, точнее, это возможно благодаря функции roaming. То есть, несмотря на то, что он, уходя из кластера 1, полностью потерял сигнал от базовой станции, приходя в кластер 2, он ловит сигнал от совершенно других базовых станций, вот функция roaming позволяет ему совершить вызов. Конечно, в данном случае, при наличии кластеров, о head-over, то есть о переходе между кластерами без разрыва разговора, речи быть не может, head-over работать не будет. Также кластер может использоваться иногда в тех случаях, когда одно помещение нужно разграничить по правам пользователя. Например, кластер 1 это может быть кабинет руководителя, а кластер 2 это может быть общий рабочий холл. Так вот, можно сделать с помощью кластеров так, что пользователи, приходящие в кабинет руководителя, они наоборот не имеют права совершать вызов и принимать вызов, чтобы их во время беседы с руководством никто не отвлекал. Можно вот по такому принципу. Ну и когда мы будем планировать количество базовых станций и трубок, конечно же, оценить вот, расположение базовых станций, оценить создание этих кластеров и вообще покрытие сигнала никак невозможно без измерений. Поэтому надо готовиться к тому, что предварительно помещение надо измерить. Сделать это можно при помощи стандартной трубки Gigaset, введя на этой трубке команду 3 звездочки 922 и нажав вызов. В этом случае на экране трубки появится информация о уровне DBM, то есть уровне сигнала, и появится в правом крайнем углу индикатор потери пакетов. Но наиболее правильным, на наш взгляд, является точное измерение, и эту точность измерений может обеспечить комплект N750 SPK Pro. В комплект входит базовая станция и две трубки, которые уже откалиброваны друг под друга, и точность показаний в данном случае будет гораздо выше. То есть мой предыдущий пример со старт-кодом для трубки, он актуален в том случае, когда у вас одно помещение или два помещения какие-то новые появились, которые надо покрыть, и у вас уже имеются оборудование Gigaset, можно просто провести замер и докупить одну или две базовые станции. Но когда же это масштабный проект, или тем более проект, который с нуля строится, тут, конечно же, надо воспользоваться измерительным комплектом с наиболее точными показаниями. На экране трубки будут крупно, наглядно выведены показания уровня сигнала и количество потерянных пакетов. Можно также с одной трубки этого комплекта на другую совершить вызов, чтобы не только, скажем так, формально ознакомиться с уровнем сигнала, но и голосом понять, прослушать то качество, которое при текущем уровне сигнала будет вам обеспечено. Надо сказать, что за качество звука отвечает пара критериев. То есть недостаточно, чтобы был хороший уровень сигнала, желательно это минус 65 dBm, но и обязательно, чтобы количество потерянных пакетов было минимум 98. Если один из уровней будет проседать, то о хорошем качестве можно не говорить. Тут вот на слайде представлены две таблицы. Одна посвящена уровню сигнала, который измеряется в dBm. И здесь надо сказать, что минимальное качество это минус 70 dBm. А вторая таблица это потеря пакетов. Потеря пакетов, как я уже сказал, нежелательно, чтобы была меньше 98%. В принципе, допускается, что у вас будут показатели ниже, но тогда вы как бы готовьтесь к тому, что у вас будут какие-то хрипы, провалы в голосе, еще что-то. Возможно, кого-то в каких-то случаях это и устроит. Но оборудование не дешевое, позволяет передавать голос в очень хорошем качестве, поэтому будет просто обидно такое оборудование использовать не по назначению. Размещать базовые станции лучше всего на стене, на высоте примерно 1,8 метра
друг от друга, как я говорил, повторюсь, это важно. Базовые станции должны быть размещены минимум на расстоянии метра. Требования к локальной сети, они не особо завышенные. Сеть может быть 100 мегабит или гигабит. Как DECT-менеджер, так и DECT-базовая станция питаются по технологии PoE, имеют разъем для подключения адаптера. То есть, если у вас PoE-свич есть, то достаточно один кабель только прокинуть к DECT-менеджеру и базовой станции, для того, чтобы она запиталась и работала. Очень рекомендуется для построения сети использовать VLAN, то есть виртуальный пул IP-адресов, для того, чтобы телефонию, так сказать, отделить мух от котлет. Телефонию отделить от всей остальной сети и обеспечить телефонии хорошее качество работы. Ну и параллельно с выделением телефонии в VLAN, конечно же, рекомендуется настроить COS, чтобы вот этот вот пул IP-адресов виртуальный, он в первую очередь имел приоритет на выход из вашей сети, чтобы никакие там торренты и медиафайлы не повлияли на качество передачи голоса. Итак, методика проектирования микросотовой сети. Сначала нужно определить требования телефонной сети, затем желательно нарисовать план помещения и план размещения микросотового оборудования, затем относительно этого плана провести измерения и по этим измерениям провести корректировки, может быть, передвинуть точки, то есть передвинуть размещение базовых станций, может быть, добавить еще один уровень синхронизации. И впоследствии оборудование заказчику мы устанавливаем, монтируем на месте. Ну вот я приведу небольшой пример, коротенький. Требуется телефонизировать несколько этажей здания. Есть план здания. По этому плану сначала мы определяем количество трубок, то есть сколько человек в принципе пользуется телефонной связью, какому количеству сотрудников нужно трубки. Также от заказчика надо узнать, сколько человек одновременно нуждаются в телефонной связи. Желательно понимать, какое среднее время разговора. Что еще? Ну и нужно понимать, опять же, где эти трубки в основном концентрируются. То есть в каких помещениях может в один момент времени собраться максимальное количество абонентов. Еще из вопросов можно озвучить то, в каких местах вот этого отрисованного помещения вы хотите получить сигнал. То есть нужен ли сигнал в лестничных пролетах, будут ли пользователи ходить с одного этажа на другой, чтобы там зону перекрытия организовать, чтобы вызов не прерывался при переходе между этажами. Ну и вот, пожалуй, все. Дальше, исходя из этой информации, мы планируем, где мы разместим центральную точку, центральную базовую станцию, относительно которой мы будем кругами, так сказать, расширять зону покрытия и строить вот эти вот уровни синхронизации. Мы наносим на план точки, где мы будем размещать базовые станции. Как мы помним, нам желательно добиться, чтобы в каждой из этих точек уровень сигнала был минус 60, минус 65 После того, как мы эти точки для себя распланировали, мы берем трубку и начинаем ходить по помещению, по всем углам его и замерять показания уровня сигнала и потери пакетов. В каждой из этих точек, по которой мы с вами прошли, мы показания, значит, увидели и нужно занести их в таблицу. После того, как все показания промерены, крайне желательно отрисовать прямо на текущем плане, где вот этот вот уровень минус 60, минус 65 dBm, где он, так сказать, присутствовал, чтобы мы понимали визуально, какова будет площадь покрытия. Таблица, которую мы заполняли по мере перемещения по зданию, выглядит следующим образом. В нее заносятся базовые точки, то есть точки, где расположены базовые станции, и мы для этих базовых станций пишем, какие были показатели уровня сигнала dBm и количество потерянных пакетов в процентах, чтобы понимать, достаточно ли правильно мы распланировали размещение базовых станций
или уровень сигнала слишком мал. То есть базовые станции, возможно, надо передвинуть каким-то образом, там, ближе друг к другу разместить. Или, может быть, если нужно больше площадь покрыть, тогда сдвинуть базовые станции плотнее друг к другу, но добавить еще один уровень синхронизации. В данном случае мы видим, что минимальный уровень это минус 43 dBm, максимальный минус 69, что в принципе нормально. И можно с таким уровнем обеспечить хорошее качество связи. То есть это говорит, вот эта таблица с нашими измерениями, говорит о том, что мы правильно спланировали размещение базовой станции, и наши замеры подтвердили нашу правоту. На данном этапе с планированием мы заканчиваем, и нужное количество базовых станций, нужное количество трубок можно вести к заказчику и приступать к монтажу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, самое время их написать в чат. Вижу, что Сергей Толстопятов пишет, сейчас я с ними начну ознакомиться. Сергей, ну вот я прочитал ваш вопрос, есть ли какая-то защита в виде шифрования трафика для военных объектов? Ну, честно скажу, что пока настолько глубоко я этот продукт не изучил. Этот вопрос, если можно, отправьте нам на почту support@ibmatica.ru. Мы изучим все механизмы. Я думаю, что как минимум стандартный SRTP, точнее, не думаю, а там точно стандартный SRTP есть. Но насколько он подходит в данной ситуации, я думаю, что не очень. Возможно, у этих же военных, которые требуют такую защиту, уже есть опыт каких-то протоколов или механизмов, которые они уже использовали. Может быть, их озвучить. И тогда уже будем смотреть, есть ли эти механизмы, или запрашивать у Микросет, можно ли их туда добавить. На данный момент мне известно только стандартный TLS и SRTP. Они есть точно. Следующий вопрос у Сергея Толстопятова. Как происходят замеры? Когда вы включаете из измерительного комплекта базовую станцию и трубку, сразу на экране трубки высвечивается информация об уровне сигнала и количестве потерянных пакетов. И в режиме реального времени, по мере вашего удаления с трубкой от базовой станции, вы видите, как эти показатели меняются. То есть вы шаг за шагом отходите и можете, вот, грубо говоря, прям по метру понять, где заканчивается хорошее качество диапазона синхронизации. Вот следующий ваш от Сергея вижу пост, что строят на CISC и на Wi-Fi. Ну, вы поймите, что Wi-Fi это сетевой протокол, где есть там свои законы, свои стандарты защиты. Здесь же у нас с вами DECT и SIP. То есть тут уже как минимум нельзя провести прямую аналогию. Надо понимать, как мы можем защиту SIP и DECT приблизить к тем средствам, которые используются для защиты на уровне Wi-Fi. Тут совершенно разные методы, поэтому я думаю, что вам надо все-таки написать на support, как это реализовано сейчас, или как опыт предыдущих проектов, и уже будем думать. Лирическое отступление, да, вот Сергей Толстопятов пишет, что DECT работает лучше при роуминге. Лирическое отступление, почему мы давно уже пропагандируем DECT IP-телефонию, а не Wi-Fi IP-телефонию, это, во-первых, другой канал беспроводной связи, который используется, другой частотный диапазон, который более чист по сравнению с Wi-Fi. Во-вторых, это автономность абонентов. DECT сейчас очень энергоэффективен. Он позволяет трубке работать, вот на примере E-Link 56-го, не то что рабочий день, а 2-3 рабочих дня на одном аккумуляторе. Если вы сталкивались там, с той же CISC, у них раньше были телефоны, которые работали
ну, телефонии обеспечивали по Wi-Fi, там самый главный атрибут этого телефона это был дополнительный аккумулятор или расширенный аккумулятор. Потому что на одном заряде трубка в режиме ну, нормального рабочего дня при большой интенсивности разговоров трубка живет ну, 3-4 часа. Дальше нужно либо менять аккумулятор, либо там, ставить трубку на заряд и ее вообще не трогать. Что для современного бизнеса, когда мы с вами работаем по 8-12 часов, ну, неприемлемо. Поэтому, конечно, мы продвигаем DECT. С нашей точки зрения, для телефонии это более правильный подход. Ну и, конечно же, качество. То есть за счет того, что DECT это стандарт, который прежде всего разработан для передачи голоса, в отличие от Wi-Fi, за счет того, что DECT диапазон, как я сказал, уже менее зашумлен, качество разительно отличается. Тут гораздо лучше будет слышно, гораздо приятнее будет общаться. Для военных, где используются там, короткие команды, громкие, четкие, ясные, где минимум полосы пропускания используются, где не нужен там, HD, да, Wi-Fi, наверное, имеет смысл. Наверное, им там особо качество не нужно. Наверное, их решение оправдано. Но вот по защите надо разбираться. Надо смотреть и вести диалог. Поэтому предлагаю письменный форум. Коллеги, ну, я уже час вас держу. Очень вам благодарен за внимание. Надеюсь, что вебинар понравился. Если вдруг вопросы появятся, можно их писать либо на почту, которую я озвучил, support@ipmatica.ru, либо запись этого вебинара появится у нас на Facebook, в нашей группе Facebook, либо в нашей ленте YouTube. Можно прямо там в комментариях оставлять вопросы. Наши технические специалисты будут их читать и отвечать. Вот. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в новом году. Всех с наступающим. Всем хорошего Нового года, хороших праздников.